Сегодня великая ночь, ночь предопределения. Всевышний Аллах нам дает всего один раз в году. Мы собираемся в мечетях, в медресе, мы читаем намазы, молимся о прощении наших грехов, молим Аллаха, чтобы дал нам хорошую жизнь, хорошую долю, хорошую судьбу, ну и за рай в мире вечном. Священный месяц Рамазан, вне зависимости от времени, когда оно происходит, все студенты собираются в Российском исламском университете. Все студенты занимаются чтением Корана. Каждый правоверный мусульманин обязан за год прочитать один Коран. За месяц Рамазан должен прочитать тоже один Коран минимум. Каждая буква нам огромнейшая польза. Саваб, мы говорим, милость Аллаха. То есть за каждую букву, прочитанную в Коране, там 6666 аятов, нам за это дается милость. А студентов здесь первый и второй курс. Также и абитуриенты, они, то есть, уже начинаются у них именно с этого. Также у них будут подготовительные курсы. Есть среди них кто-то впервые держит творчество, но есть среди них, которые даже не держат, а только узнают здесь об этом. Ходят, интересуются, им интересно, пытаются держать полдня сначала. Некоторые по два часа начинают, некоторые полдня, а потом мы целый день, а потом у них получается держать. И все вместе мы радуемся этому. Впервые держу пост, это очищение души и тела. Мне рассказывали, много слышал о нем тоже. И вообще у меня все родственники тоже держат пост. И я вот впервые начал, не жалею об этом. Мы все накрываем на стол, все дружно, читаем Коран. Старшие, которые там второкурсники, они учат нас, тоже поддерживают нас, помогают в чем-то там. Думаю, что это будет сложно, а в этом году решился и как-то легко, и если что нужно спросить, то здесь можно спросить у хазратов, они тебе сразу объяснят, что и как здесь. Я в детстве уже держал уразу, мне хорошо, легко дается. Но есть друзья, которым тяжело это далось первый год, кто-то там было очень тяжело в дни, когда жарко, допустим, хотели пить очень. Со всеми хазратами здесь находимся, и они нам помогают в духовном плане, они нас и обучают, так как священный Рамазан проходит, и мы непосредственно постимся, но ночью молимся, читаем дуа и просим у Аллаха прощения непосредственно для всех своих родных, для всех мусульман. Последние 10 дней месяца Рамазан многие люди уходят на ифтихаф. Они уединяются в мечетях, не выходят в течение 10 дней из этого здания. И они только занимаются только чтением Корана, молитвами. Из числа наших хазратов преподавателей непосредственно, из тех же числа из наших студентов, их у нас 4 человека. Можешь делать в том случае, если не в ущерб, опять и семье, если у вас есть дети, за кем вы должны ухаживать. То есть вы не должны бросать все и уходить в мечеть.